Приветствую вас на канале Вкусный уголок. Сегодня мы с вами готовим селедочное масло. Для этого нам потребуется 1 слабосоленая селедка. В очищенном виде у меня получилось 250 грамм. 200 грамм сливочного масла и 1 крупная отварная морковка. Итак, приступим. Нам нужно нашу селедку пропустить через мясорубку с мелкими дырочками 2 раза, чтобы у нас не попадались косточки. Далее сюда же через мясорубку морковку. Морковь должна быть полностью остывшая, потому что если вы будете горячую морковь смешивать с маслом, то оно у вас начнет плавиться. Теперь нам нужно взять сливочное масло. Оно должно быть очень мягкое. Вот посмотрите, видите, вот такое, как у меня. Я его предварительно на ночь оставила на столе. Достала с холодильника и оставила. Добавляем сюда масло. И все хорошо перемешиваем до однородного состояния. Вот такое у нас получилось масло. За счет того, что в нем нету лука, как в обычном форшмаке, у него получается очень нежный вкус. Подавать его можно с хлебом, либо на крекерах. Это очень вкусно. Так что готовьте с удовольствием. Приятного вам аппетита. Подписывайтесь на канал.